Ребята, всем доброе утро. Я никуда не пропала, со мной все хорошо. Вот, просто я решила немного отдохнуть и не снимала видео. Но сегодня у меня первый день каникул, поэтому надеюсь, что роликов будет выходить достаточное количество. Вот. Буду больше снимать про улиток, потому что я сейчас с ними жестко занялась. Вот. Вчера мне было вечером скучно. Убралась у всех улиток. Фуликом добавила кокосовый субстрат. Теперь получилось как террариум. И по всей своей комнате я протянула после этого гирлянду. Вам вот так сейчас будет не видно, потому что только видно серый скотч, но он самый крепкий, который только есть. Но если включить, то вы увидите вот такую красоту. Это две гирлянды, которые я протянула по всей своей спальне. Вот, то есть вокруг везде одни гирлянды, поэтому влог будет хороший. Ну а на день, так как получается днем тускло, я всегда отключаю. Вот. Здесь у меня подготовка глобального ягеля. Я в пятницу ездила за мхом. В итоге я набрала очень много ягеля, потому что поняла, что он мне нужен больше, чем мох. Мох я могу и купить, а ягель даже дороже, чем мох. Поэтому я и купила ягель. Здесь у меня сушится уже четвертый день, который нормально так немного подсушился. Я его положила в такую огромную коробку из-под шоколада. В общем, что вам хочу сказать. У меня тут полный разгром этих улиток. Хочу вам сказать такую новость. Сейчас вам просто по минимуму все расскажу, потом, наверное, что-нибудь еще засниму. Тут вот фулики, я им сейчас положила листик маленького салата. Вот. И сейчас я их на салатик посажу. Я сейчас, когда я сейчас вам отсниму видео, буду завтракать. Вот. Вот так у меня тут у фулик. Мои кольца смеси тут. В общем, сейчас буду еще ягель попозже собирать, пусть немного подсушится. И у меня в этом контейнере, который я недавно купила, осталась одна улитка. Это карамелька. Зефирку с Оливией я посадила вот в этот огромный контейнер. Теперь у меня там живет 5 улиток. Не 4, а 5. Здесь 2. Здесь, как вы знаете, 3. Мандаринка, лунтик, арбузик. А здесь 1. Я ее потом куда-нибудь определю. Может быть, к мандаринке, лунтику, арбузику. Но пока что пусть живет там. Вот.